Люси Донлан показывает свою фигуру в кружевном теле, а потом показывает еще одно горячее тело на фоне блокировки коронавируса. Она развлекала своих подписчиков на фоне блокировки коронавируса множеством знойных снимков в социальных сетях. И Люси Донлан снова была в этом, когда белье в обтягивающем белом кружевном теле с шипящим снимком в Инстаграм в четверг. 22-летняя звезда Love Island'а выглядела невероятно, демонстрируя свое телосложение, впитывая солнце дома. Люси опустилась на колени на пушистом белом стуле, когда она поставила шторм перед камерой, демонстрируя проблеск своей подтянутой средней полосы через вырезы в теле. Серфер выгнул ее спину и пристально смотрел вдаль, моделируя скудное нижнее белье, которое подчеркивало ее богатство и крошечную талию. Звезда позволила ее кудрявым блондинкам каскадом перебраться через одно плечо, в то время как она придала гламу блеск гладкой косметике. Это произошло после того, как она угостила своих фанатов множеством горячих снимков, когда отмечала Национальный день нижнего белья в пятницу. В попытке установить пульс на гонках она загрузила серию снимков в своем самом сексуальном нижнем белье. Люси выставила свои обширные расщепления и завидно настроила пресс на полный дисплей в ответных кадрах. Блондинка взорвалась серией знойных поз, обеспечив камеру под лучшими углами обзора. Хотя Люси выглядела феноменально на фотографиях, которые продолжались в течение года, серфер обнаружил, что она не достигла своего счастливого веса до января, когда она потеряла два камня, которые она приобрела на вилле Острова Любви в 2019 году. Люси потеряла два камня перед тем, как проникнуть на Остров Любви, но обнаружила, что жизнь на вилле на Майорке заставила ее набрать вес. Люси в то время рассказывала своим последователям в Инстаграм: «Ты буквально сидишь весь день. Вы как бы прибавили в весе, так что я сильно прибавил в весе. Но после ухода я потерял два камня. Теперь я снова в хорошем весе, так что все хорошо».